Бетбум. Официальный партнер футбольного клуба «Оренбург». Как долетели? Все хорошо. Отлично. Оперативно довольно-таки добрались до Москвы, до гостиницы, разместились, увиделись с командой. На этом стадионе впервые или были уже? Один раз уже ездил здесь относительно давно, 4 года назад. Вот, то есть также на костевой нашей игре. 1-2 тогда уступили. И какие оптимистичные прогнозы на сегодняшний матч? Ну, я думаю, что они не то, что оптимистичные, они, наверное, очень даже осязаемые и реальные. Я думаю, что мы выиграем. То есть нам нужно набирать очки, но как минимум, я думаю, что одну очку мы возьмем, это точно. Оренбург вперед, за победой. У нас сегодня в Шатре проходит мастер-класс для наших... Валер, обычно смотришь на разминку на домашних матчах с трибун. Каково это стоять прямо на бровке рядом с командой? Ну да, конечно, ощущения вообще другие абсолютно, потому что дома, как вы отметили, это видишь все издалека, а здесь наши игроки находятся на расстоянии вытянутой руки, ну и чувствую даже как часть этой команды. Поэтому удачи нашим ребятам сегодня. Игра будет тяжелой, вот, но я надеюсь, и мы все надеемся, что исход будет положительный для нас. Бетбум. Официальный партнер футбольного клуба «Оренбург».